Роспотребнадзор выдал в срок до 1 мая провести санитарную расчистку территорий, до 10 мая организовать энтомологическое обследование всех территорий, где наиболее часто посещают люди, и затем по показаниям провести акарицидные обработки тех территорий, на которых будут обнаружены клещи. Это уже в течение мая месяца. Кроме этого, в обязательном порядке должна провестись дератизация, так как грызуны, те же мыши, крысы, могут переносить на себе этих клещей. Чтобы этого не произошло, их нужно уничтожить.